Його герої – переважно люди непересічні і такі, що їх не забувають. Президенти країн, актори, впливова еліта. Близько тисячі сюрреалістичних картин. І, треба сказати, не лише портреті вийшли з-під його пензля. Хоча саме моделі Нікаса Сафронова зробили йому ім'я і дали дізнатися світові про унікальну техніку художника. Немає сенсу тягнути інтригу, Нікас Сафронов вже поруч зі мною. Тож не втрачаємо часу і починаємо спілкуватися. Добрий вечір. Добрий вечір. Рада вас привітувати. Спасибо. Вітати, як кажуть у нас в Україні. Що ви робите в Україні? Ну, я приехал с выставкой, в вашем музее будет открытие завтра моей выставки. Я надеюсь, что вы тоже придете, и те, кто нас смотрит сегодня, тоже, может быть, захотят посмотреть и мои картины. Вообще, это, мне кажется, приятная история, когда идет обмен творчеством, когда к нам приезжают украинские художники. Вот, я знаю, мы должны были завтра встретиться с Ален Делоном, который должен был тоже прийти на выставку, но что-то не состоялось. Вот видите, кто-то не приехал, кто-то приехал нарочно. Вот, я привез туда 86 картин, они разноплановые, есть портреты, пейзажи, есть такая серия Dream Vision, которую я когда-то создал, такой в виде экспрессионистов, но немножко все равно другое. Вот, ну и есть как бы символизм очень, вот сейчас как раз на экране мы видим такую работу, это вот церковь, кстати, украинская, в Греции. На фоне вот бабочка в виде бабочки. Мадонна, Софи Лорен. А Dream Vision? Dream Vision, здесь вот нет. Вот это Милан, вот там зритель стоит, там, где стоит Папа Римский обычно на балконе. Ну, такие разные работы, они представлены впервые на Украине. И вообще они обкатываются сейчас вот по Украине, а потом уже пойдут дальше по миру. То есть в России их видели? В России нет. Я, вы знаете, в России у меня есть другая параллельная выставка, идет сейчас, открылась тоже, вот в Краснодаре, но это и неповторяющиеся работы, все разные, но те больше видели в России. Я вообще не показываю выставки, я только недавно начал делать по миру выставки, и в Москве вот принципиально не делаю. Я делаю в клубах небольших, камерных. Но вот когда уже совсем все так вот, я потом сделаю большую выставку в Москве, это большие расходы, вы знаете, это на моем уровне, это как бы не $1 миллион, чтобы все узнали, это реклама, афиши, баннеры и так далее. И, конечно, здесь нужна поддержка либо президента, либо какой-то компании, которая заинтересована для того, чтобы потом вернуть деньги. Ну, вы известный человек. Вы хотите еще больше известности с помощью выставки? Нет, нет, нет. Известность — это как бы, понимаете, а вот что это там Джон ходит неуловимый? Ну, он никому и не нужен. Вопрос в творчество — это как бы отдача. Вот имя есть, но что он делает? И вот его картины. Вот этот актер, ну что он снимает? Вот он плохо говорит, косноязычен, не умный, но когда он вживается в образ... Помните про Екатерину... такой анекдот, история, когда она пригласила некого актера и говорит, вот я помню, вы играли Дон Жуана в одном спектакле, я вас очень смотрел с удовольствием несколько раз, вы можете меня полюбить, как он говорит, конечно, а вот я помню, еще помоложе были, вы там играли Ромео, такой был страстный, вы можете, он говорит, конечно, а теперь я хочу, Иван Васильевич, чтобы вы были самим собой, он говорит, я не могу, я же импотент. Вот я хочу сказать, что актер, и как и художник, должен показывать, что он умеет делать. И это очень важная часть. Имя именем, но с чем он собирается в историю войти, не только с именем. А вот скажите, с чем вы собираетесь войти в историю? Вот, в частности, Википедия называет вас советским и российским художником. Вы многие знаете, называют вас светским художником. В Википедии и подобных вот, интернетовских... подобных интернетовских каких-то сайтов, что ли, да, столько всего, там больше 15 миллионов, и там могут писать все, что угодно, и что у меня помощники есть, что там... кстати, есть помощники? Нет, помощников у меня нет, но от национальных, я и украинцем был, что мне было приятно, там и евреем, и еще каким-то. Вот пишут всякую глупость.
У меня есть свой сайт nikos.s@com, да. Ну, nikos.s, латинские. Ну, я думаю, несложно. И там я говорю то, что на самом деле есть. Я написал книгу одну, вторую, для того, чтобы было оправдано мое, как бы, творчество и мои действия. А я строю храмы, ну, пишет и подставляет. И когда ты становишься известным, и неотъемлемая часть и негатива идет о тебе. Это может быть о Путине, это может быть о вашем президенте, это может о разных. Но в том числе касается и меня. И иногда подставляют очень цинично. Просто вот, знаете, и тебе кажется, ну тебя-то уж точно не должны. Ты академик, профессор, ты столько внес, сделал, церкви строишь. Нет, берут как мальчишку, понимаете, могут очень глупо сказать, вот он изнасиловал там кого-то или что-то. Ну просто так. Ты там судишься, доказываешь, пытаешься отмыться, все оправдано, говорят, да, он не виноват, это негодяйка. А потом в результате все равно слухи-то ходят, и ты... Вот это все настолько придуманное, я не знаю, советский, или российский, или мировой, или... Вот это ну, все... вы сами как бы определили? Вот, я художник, я пишу истории. Без прилагательных, да. Я пишу истории, я как-то... Я сегодня говорил на пресс-конференции, времена не выбирают, в них живут и умирают. Вот я творю истории, пишу украинских деятелей. Сейчас хочу написать скрипку Олега, он мне очень нравится. А я написал до этого скрипача Попадюк Василий, замечательный музыкант. То есть для меня вот эти личности яркие, интересные привлекают. Я хочу, чтобы они остались. Я сейчас в истории моей живописи тоже. Вот сейчас договорился о Нищенко. Меня покорил этот человек. Я недавно с ним познакомился. Геннадий Григорьевич. Вот. Сейчас пишу портрет Татьяны Голиковой, которая меня тоже покорила, удивила. Вот я не знаю этих людей лично и никогда о них ничего не думал. То есть вы не пишете с натуры, да? Вы пишете как? Нет, всегда с натуры. То есть скрипка, в частности, будет вам позировать? Скрипка придет, будет позировать в Москве. Попадюк приезжал специально, позировал с Канады. То есть эти люди приходят, конечно, в мастерскую. А по фотографии же скучно и глупо. Я не могу тогда не спросить. У вас очень много зарубежных звезд, да, в вашей портретной галерее. Вы Монику Беллуччи тоже с натуры? 100%. Да? Все, и Моника, и Ди Каприо, и кто там у нас. Ну, в общем, просто есть портреты законченные, глубокие, когда человек позирует несколько сеансов. А есть легкие портреты. Иногда они переходят в разряд, скажем, река серии, река времени. Известные люди в разных одеждах, она тоже здесь представлена. Когда ты используешь, скажем, ну, готическую какую-то работу средневековую, и в ней вписан образ. Но это как бы человек переносится в другое измерение, в другое пространство, и мы смотрим на него вот этими глазами. Сейчас был сюжет у вас о собаках. Вот я сейчас написал людей-животных, собак, кошек. Я, кстати, искал... недавно вот начал искать кошку себе. И я хочу такую большую, жирную, знаешь, кота такого жирного. Мне говорят, есть. Я говорю, я помню сибирские, они такие пушистые, такие. Я говорю, да, есть, 9 килограмм. Я говорю, беру, вот этого я беру. Мне говорят, а знаешь, что есть такой вообще 15 килограмм? Я говорю, да вы что, 15 килограмм? Беру этого 100%. Ну, вы так много наберете. Но есть, говорит, Мэн-кун какой-то, говорит, он вообще 40 килограмм, но, может, и до 60. Я говорю, да вы что? Наверное, возьму его. А я хочу, чтобы у меня квартира большая, 1000 метров, чтобы вот гулял такой жирнющий котяра, ну, хозяин дома. Я там бываю редко, это музей практически. А он гулял там, но у меня там занавеска, он не обдерет, говорит, его надо воспитывать. Его там, оказывается, около года готовят. Но я решил посмотреть, что, может, еще больше есть кот. Оставайтесь в Днепропетровске, у нас скоро выставка кошек будет. Но самый большой кот, знаете, сколько весит? 408 килограммов. Зачем вам? Это тигр-лев какой-то кот. Тигр-кот-лев, который съедает 45 килограмм еды. Вот этот я не потяну. У нас есть телефонный звонок с вопросом к вам от зрителя. Пожалуйста, добрый вечер, слушаем вас, ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас ученики? Ну, вы учите свои техники уникальные кого-нибудь? Если нет, если нельзя научиться, то почему? Сейчас я объясню.
Во-первых, я уже сказал, что учеников у меня нет, раз. Но у меня есть, кому я преподаю. Я преподаю в Ульяновском университете, это филиал МГУ. Вот, живопись. Ну, иногда я провожу мастер-классы в школах, в детских домах, в доме инвалидов, ну, там, где люди как бы нуждаются, вот, поддержки человеческой, когда приезжаешь, они благодарны, счастливы. Вот, недавно я давал мастер-класс в больнице, это у нас есть район Солнцево, и там дети рисуют, но они в реабилитационном каком-то находятся процессе. Там у людей по две головы, там жабры, это не всем их это даже показывает. И там без почек, без сердца, ну там разные. И вот они такие благодарные, такие, знаете, вот они спокойные, тихие, ну так вот старательные, все так вот выписывают за тобой все. Вот такие делаю я иногда, но я так специально не преподаю, я на этом не зарабатываю, мне это неинтересно. У меня другой заработок, как бы на портретах. Ну вот зрительница спросила, возможно ли научиться вашей технике, возможно, или это уникально? Возможно, всему научиться, конечно, возможно. Я просто не говорю пока тайну, секрет. У меня был сын, он есть сын, но он, когда помоложе был, он учился в королевской школе английской, он в Лондоне живет, и Стефана. И вот ему я хотел передать, он такие задатки давал, а он потом ушел в экономику, в финансы, и сейчас учится в другом университете. И совершенно не рисует. Рисует, ну так, для себя чуть-чуть. Вам не жаль, вам хотелось бы, чтобы сын ваш, возможно, дети, да, рисовали вообще, вот, подобно ну, вам, знаете, или как-нибудь? Это не обязательно, чтобы они стали профессионалами, потому что в Москве вот только около 275 тысяч художников. Художник... Человек может играть на рояле. Вам приятно, когда подруга играет, или кто-то вас нарисовал. Пусть не умело, но вам все равно приятно повесить. Но художник художнику рознь. Когда ты становишься профессионалом и зарабатываешь на этом деньги, а все хотят заработать, хотят получать удовольствие, еще деньги, чтобы шли, это не бывает. Надо понять, что готов ли ты для этого. Я учился в Голландии, в Англии, я учился... в Италии, в Загорске иконописи. Я учился очень много, чтобы освоить технику. Я до сих пор все время что-то узнаю, что-то экспериментирую и открываю, так как это Dream Vision, которое вошло в книгу Гиннесса. А вообще какие-то критерии оценки творчества художника на сегодня есть? Потому что, опять-таки, вот вы в рейтингах, да, в нелюбимом, наверное, вашем интернете, в рейтингах там 100 лучших художников 20-го и 21-го столетия. Ну, это вот такое мы встретили. Да. То есть есть какие-то критерии, да, по которым вот вы лично попали в этот список и вообще другие люди? Ну, да, они оценивают, наверное, по странам, по городам, по популярности, по востребованности, наверное. Я не могу сказать, что я выйду в Англию и скажу, я Никас. Но, наверное, кто русский, кто был в России, могут и узнать. Но есть рейтинг определенный, там, например, опрос трех институтов в 2007 году. Самые известные люди России по профессии, вот куда я вошел. В 2008 уже 20 человек в «Коммерсанте», тоже не рейтинг, а журнал ну, такого плана, вот, где уже входишь в 20 людей России. И, значит, это обнаруживает не люди специальные, а опрос общественного мнения в нескольких институтах, где ходят по улицам и спрашивают, знаете ли вы, кто у вас самый известный режиссер? Михалков, кто у нас президент? Путин, ну и так далее. Вот. Это приятное признание народа. Когда я делал в Одессе выставку, у меня пришло 45 тысяч человек, но, наверное, это тоже говорит о том, что люди знают и это хотят говорят, что вас знают. Посмотри, в Саранске там 78, там со всех областей приезжали специально автобусы. Поэтому этот интерес, он приятный, но и когда люди восторгаются, когда люди смотрят, конечно, есть работа удачная и неудачная. Я сейчас давал мастер-класс в Пушкинском музее, вот 3 дня назад, и я говорил о Паоло Веронезе, вот, который проявился в Венеции, хотя он сам из Вероны. И ну, искусствоведы пишут, ну, портретист он слабый, но там, смотрите, гениальные портреты, психологические. Но у него их там сотни, там 3-4 сотни, 5 сотен портретов. И одни какие-то условные, там в толпе люди, а какие-то специально написаны вот этого человека. Вот если взять там 50 работ, портретов, и он больше ничего не создал. В истории бы он остался как величайший портретист-психолог.
Но берут, вот почему-то берут другой, неудачный. Говорят, да вон там это, поворот, еще он к нам в Одессу едет, голосочек так себе. А ты слышал, нет, мне Абрамович напел. Вот понимаете, вот люди не объективны, надо прийти посмотреть. В картинах должна быть душа, она должна работать. В Оренбурге на выставке ночью опечатали двери, шары стали летать, настолько сильная энергетика от картин. А у меня много нарисованных шаров. Вот. Они должны быть заряжены энергетикой, теми людьми, кто приходит и отдает свое тепло, любовь. Но и картина должна отвечать взаимностью. Вот это когда вам дают такой талмуд и говорят, вот, почитайте, говорят, да, может быть, «Черный квадрат» это не так уж плохой, вот я тут прочитал такую. Но когда вы видите, и вам это нравится, не можете понять, почему этого нравится мужчина, почему нравится эта женщина этому человеку. И вот в этом и есть некая связь, некая тайна исповеди. А картина – это всегда диалог между зрителем и художником или его творением. Художник может работать по наитию. У нас тоже диалог. Давайте будем слушать вопросы. Давайте. Не очень много времени остается. А, пожалуйста, добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте. 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 Добрый вечер, глубоко уважаемый Ника. Спасибо. Я хочу вам сказать, что, к сожалению, до этого времени я знакома с вашим творчеством всего лишь по репродукциям. Спасибо, что вы нашли возможность и сочли возможным приехать к нам в город. Я хочу вам сказать, что уважаю вас не только вот как творческую личность, да, но как личность, как человека, как мужчину. И не поддавайтесь вот этим всем бредням, которые там о вас ходят, вы выше этого. Спросить я хочу вас вот о чем. Вот у каждого творца, ну вот не знаю, наверное, как у портнихи, есть любимое какое-то платье, да, как у садовника любимое какое-то растение, цветок. Есть ли у вас ваша картина, которая вот для вас самая дорогая, самая любимая, которая, может быть, помогает вам в жизни, вдохновляет вас? Угу. Если считаете нужным не озвучивать это, просто скажите, что да, либо есть, либо нет. Спасибо за ответ. Спасибо вам. Ну, во-первых, есть. Это мой сын Стефанов, который родился в браке и в любви, о котором я говорил. Второе, когда ты пишешь, ты всегда недоволен. И только проходит какое-то время, ты смотришь как бы посторонним взглядом и думаешь, хорошая работа была. Иногда ты напишешь, думаешь, да вот это удалась работа, наверное, и кто-то предлагает тебе сумму какую-то, и ты ее продаешь. И потом думаешь, зачем я это продал? Вот надо было оставить для коллекции. Правда, жалеете, есть такие работы, бывает, о которых жалеете, что они проданы? Они бывают случайные. Они как бы на профессии, но это как Менделеевская таблица ночью во сне вдруг открылась, случайно. Но с другой стороны, он готовился к этому годами, это все не случайно. Поэтому ну, не ничего назовете, не бывает случайно. Назовете название, нет? Ну, была такая ностальгия, картина замечательная. Я подарил одной англичанке, а потом очень пожалел, что она ушла, и вообще я потерял ее. Не могу даже на выставку взять. Ностальгировали о чем? А там домик такой в кустах, в который нельзя попасть. С ним позже была история. Я был в Италии, и я увидел вечерний закат. А я когда маленький был, у нас был такой дворец разрушенный. Я жил одно короткое время под Ленинградом тогда еще. И я проспал в школу, когда шел перед школой. Выходило солнце. И вот я увидел закат такой, солнце заходило, и такой же замок, почти полуразрушенный, в Италии. Я ехал в Рим из Венеции. И в результате я вот встал как-то по наитию и пошел в эту арку, чтобы попасть в детство. И поцарапался шиповником дикой розой и понял, что в детство нельзя войти. Вот она отвечала, эта картина, вот этому настроению. Она была какая-то вот такая, куда нельзя попасть, но ты все время хочешь. Очень понятно описали, я даже представила. И вот второе тоже спасибо за поддержку. Я всегда переживаю, как художник, естественно, я более восприимчив ко всему, но самое обидное бывает, когда ни за что, ни почему. Ты делаешь, работаешь, стараешься, занимаешься благотворительностью, и вдруг раз тебя как котенка. Ну, что делать? Жизнь такая, это неотъемлемая часть успеха, поэтому стараемся как-то справляться с этими. У нас очень много звонков. Спасибо. Давайте будем слушать. Большой интерес к вашему творчеству. Пожалуйста, добрый вечер. Слушаем вас. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемый Ника. Добро пожаловать в Днепропетровск. Спасибо. Меня зовут Екатерина. Мы восхищаемся вами. Мы сидим с мамой, наблюдаем вас по телевизору. У меня к вам такой вопрос. Скажите, у вас же есть любимые друзья, любимые одноклассники, в конце концов, не любимые, но одноклассники, они же, знаете, любимые по жизни. Вы рисуете, вы пишете для друзей? Конечно, конечно.
немножечко пропала. Ну, во-первых, да, я сейчас скажу. У меня есть такой Варлама со школы, со второго класса, Саша. Очень талантливый был парень, ну, вот так как-то стал пить и живет сейчас в деревне под Ульяновском. Я дружу с Говорухиным, который меня рисует, а я иногда его, это Слава Говорухин, он тоже рисует, кстати, режиссер, которого мы знаем, «Место встречи изменить нельзя», известный фильм. Трушкин Толя, конечно, я его рисовал для обложки его этих юмористических рассказов. Дроздов Николай Николаевич, я только что закончил, он в такой кардинальской одежде, он, и у него тоже тевтонская кровь есть, и вокруг животные из «Красной книги», и он в красной мантии такой. Вот, есть друзья, Александр Галибин, которого я тоже рисовал, я дружу, Пашка-американец, «Трактир на Пятницкой», если помните. Вот Попадюк Василий, о котором я говорил. И ранние друзья, знаете, их не так много, к сожалению. Вот как-то так я потерялся, но когда-то в Ростове я познакомился с Дмитрием Дебровым, много лет назад, с Дебровым. Вот так мы поддержим отношения, они такие у нас не такие уж каждодневные. Но, к сожалению, как-то вот все уходит, ты меняешь. Вот я жил в теплом стане в Москве, я переехал в центр на Малогрузинскую, уже те потерялись. Первое время там звонишь, как ты там, Володя, Петя. Через неделю захватывает тебя ритм, там какой-то дом актеров, там новые друзья, актеры приходят. Там приезжает София Лорен, тебя в гости в одну комнату. И ты уже отвлекаешься, уже то не помнишь. Из этого района я переезжаю в центр на Тверскую, около Кремля. Уже как бы не в Кремле, знаешь, рядом, но не вход. Как бы не в Кремле, это хорошо. В результате, да, но в результате как бы теряешь уже всю Малую Грузинскую. Какие-то актеры сохранились, там вот Виторган, там Белявский, с которым я дружил много лет, он остался там. Как-то вот актеров много среди ваших друзей. А вот это приятные люди, это с ними, во-первых, общаться интересно, они же рассказчики, а я люблю интересных людей. А коллеги ваши? Я настолько созревший человек, я не хочу размениваться просто так. Понимаете, вот такая красавица, все за ней бегают, чтобы хотя бы с ней пройтись. Там у меня один богатый человек знакомится с девушками, ходит все время на тусовки, на мероприятия, с одной, со второй красавицей. Они, видно, и дорогие, он их вывозит, откуда привозит. Я могу прийти с любой, мне совершенно не важно. Я не ищу друзей в форуме идти 100%. Я самодостаточный человек, и я общаюсь с теми, с кем мне комфортно. Я могу дружить с любым сегодня практически человеком. Коллеги-художники есть у вас в друзьях? Есть, есть, да. Есть друзья и приятели, и знакомые. Но из них близко такой есть Бартусенков Леша, который мне помогал вот мою квартиру оформлять. Мы задружились. Я дружу с Царетели. Вот. Мы соседи напротив живем с Глазуновым и Шиловым. Ну, приходится время от времени тоже общаться, но мы приятели скорее. Ну, такие какие-то есть творческие люди. Вы сказали, что вот портрет, о портретной линии мы говорили, да, вы сказали, что есть легкие портреты, а есть вот более как бы, да, основательные. Да. А вы решаете, легким будет портрет или... Я даже не знаю, как назвать, заказчик, да? Или ну, заказчик, если человек заказывает портрет, размер, да? Размер, техника исполнения, графика. Я делаю сангина, они тоже самостоятельные работы. Это такая сепия коричневым, как бы таким карандашом. А я делаю иногда акварелью, какой-то портрет более такой легкий, скажем. Я делаю это лессировочный такой, как в средних веках работали, многослойная такая живопись. Вот. Ну, то есть много разных работ. Иногда просто достаточно только лицо и тело не дописывается. И зависит от суммы, но иногда зависит от личности и интереса к нему. Зависит от суммы, которую вам конечно, предлагают. Но да? Люди платят иногда столько и столько. Я недавно слышал передачу, Аллегрова говорит, вот никто не умеет сейчас рисовать. А мне если вам хочется подарили, на больше написать? Мне говорит, мне столько подарили, говорит, и все не похоже. А вот один раз приди к художнику Никосу и закажи или к какому-то такому художнику. А, ну Аллегрова еще не было у вас, да? Нет. Я хочу сказать, что они привыкли, что им все дарят. Но серьезные люди не хотят, например, дарить. Они могут подарить Марчелло Мастрояни или Софи Лорен, но не хотят дарить там Аллегровой, например. Хотя она, может, милый человек, замечательный. Поэтому, ну, нужно сообразить, согласиться. У меня актеры... И мне очень приятные, менее известные, я им с удовольствием дарю.
и актеру очень известный, как мы скажем, Мадонна, например, певица, я ей продал. Вот, ну, она хотела, а я хотел деньги заработать, хотя мне было это приятно, понятно, но все равно есть вещи, которые тебя как бы уже волнуют с другой стороны. Вот этот психологический портрет, этот врач-хирург Лео Бакири, ты пишешь этого человека. Там глазной такой у меня Нероев Владимир Владимирович, Генгольца у нас есть в Москве. Я видел, как он работает с глазами, когда он помогает людям. Я тоже захотел, он пока вот... Но есть люди, которые мне просто интересны, и не важно, сколько у них денег и сколько они готовы тебе заплатить, я хочу им подарить. Тут это понятно. Мой труд, и не потому, что они известны, а потому, что они мне симпатичны, глубоко приятные. Люди, которые что-то делают для этой страны, для этого мира. У нас мира. Буквально с вами 30 секунд Давайте. Остается. Я не могу не спросить о музее, который вы задумали в Трубе, да? Слышали мы такое. Коротко, очень, пожалуйста, немного времени. Про Трубу пока воздержусь, потому что это интересная вещь, но это не нефтяная откройте труба. Интригу, не да? нефтяная труба, но труба будет. Второе. Я знаю, что это в Украине. Я хочу, во-первых, поблагодарить Вива Роза, которая помогала мне, кстати, в организации тоже выставки, это цветочные. И они выращивают здесь цветы и продают здесь. Это очень замечательно. Не везут из Эквадора через Голландию, а наоборот. Вот это тоже приятно сказать о них. И я вам сейчас хочу подарить. Вот люди сделали из шоколада мои картины. Я вам хочу подарить вот это замечательное. Это даже можно есть. Шоколад. Это все можно есть. Спасибо большое. Это специальные съедобные краски, которые можно и нужно есть. И такие они будут представлены тоже на выставке. Я хочу тоже, чтобы увидели и другие картины с шоколада. Чистый шоколад. А я очень люблю шоколад. Я всех приглашаю, вас тоже для вас. Будет. Завтра будет открытие, и в субботу уже зрители, которые захотят увидеть, и я думаю, захотят увидеть очень многие. Всем я хочу передать куда привет. Могут приходить? Художественный музей. Художественный, как он, место у вас? Художественный музей. Главный художественный музей. Я не знаю адрес, правда. Ну, все знают. Я хочу всем пожелать ангел-хранителя во всех делах, и храни вас Бог, Украину, Россию, чтобы у нас все всегда было замечательно, да вообще весь мир. Чтобы меньше воевали, больше общались и дружили. Спасибо большое вам спасибо. Того же. И спасибо за участие в нашей программе. За кілька годин Нікас візьме участь у відкритті фестивалю «Кіноасамблея», а вже з післязавтра приходьте до художнього музею і зробіть свої висновки про творчість художника, що став славетним за життя.